Главная проблема Крыма в том, что там практически разрушена инфраструктура. Что в постсоветское время Украина только доила Крым, но ничего туда не вкладывала. Кстати, по украинской экономической статистике так не скажешь. Она выстроена таким хитрым образом, что все регионы, являющиеся основными источниками доходов страны в целом, на бумаге выглядят дотационными. Вот. Ну, как это сделано, эта тема отдельного профессионального разговора, но сам факт очевиден уже достаточно давно. Так вот, Крым сейчас находится в полуразрушенном состоянии именно потому, что там два с лишним десятилетия почти ничего всерьез не ремонтировали. И понятно, что для его восстановления и дальнейшего развития понадобятся немалые средства. Так же, как понятно, что все эти средства многократно окупятся. Если даже в полуразрушенном состоянии Крым был источником громадных доходов для бюджета Украины в целом,